Всем привет, меня зовут Сергей, сегодня мы с вами посмотрим игрушку под названием Bantu Defenders. И сразу игруха начинается с заставочки, ну давайте глянем, что тут. По сути, нам надо будет просто отражать, насколько я знаю про эту игру, просто отражать волны врагов. Ее можно играть в одиночку, можно в кооперативе, вот собственно говоря и все, про что я в курсе, касаемо данной игры. Это я прилетел, да, или я там, не, это я прилетел, ясно, понятно. Давай, все, выпускай меня, дай мне пушку, сейчас будем все крошить. Ненавязчивый такой бросил взгляд на логотип игры. Какая громкая вертушка. Но, в принципе, было бы странно, если бы она была тихая. Итак, ведролет сейчас улетит. И мы, наконец-то, я думаю, останемся в тишине и покое и сможем поговорить с этой мадамой. Симпатичная, отпусти мою камеру, пожалуйста. Иди к своему супериору, чтобы найти крейт, и нажми Е, пока ты в него целишься. Ага. Сиськи уже присутствуют. И перевернутый смайл. У тебя что, смайл-то перевернут? Господи, что она такая страшная? Что ты делаешь? Она очень странная. Так, погоди, я не буду. Вот тачка, тачка выглядит прилично. Тачка выглядит вообще серьезно. Вот прям вообще-вообще. Как будто из Mad Max сбежала. Ну-ка. Давай, ладно, пожмакаем этот ящик. А враги идут. Убей всех врагов. Это что, глок? Так. Где? Это враги, это не враги, это животные. Вон, бежит. Да, попробуй еще попади. Так, ясно, понятно. Открыто достижение «Первая кровь». Так. Машину не трогай, слышь? Дамочка, а ты не хочешь мне помочь-то? Помочь она мне явно не хочет. Нажми 2, чтобы выбрать нож. Ага. Чувак, ты пинаешь железную машину. Ты уверен? 15 тысяч бабла дали. Нажми «И», чтобы открыть крафт-инвентарь. Ух ты ж. Затрата 2000, крафты, давай. Хорошо, я так понимаю, мы с вами сейчас пробегаем какую-то быстренькую обучалку. Давайте ее посмотрим. Не знаю, скорее всего, эта игра у нас на одну серию. Если вторая и будет, то будет уже в кооперативе. Б, чтобы активировать билд-мод. Во, оборонительные сооружения. Так, а можно я, что, сюда прямо? Burst turret. Turret, ну давай, поставим. Close build to, давай. Сделаем. Ага, хорошо. Из говна и палок я сделал оборонительное сооружение. Нажми N, чтобы выбрать вренч и апгрейдить твою турель. Давай, сейчас ее апгрейжу. Подходишь просто и стучишь молотком по механизму, и это называется апгрейдом. Нажми B, чтобы опять билд мод. Сейчас нас тут научат просто по-страшному. Так, бастион для турельки. Давай, запилим. Так, пили. Ага. А, это еще и многосоставный бастион получается. Ладно. Ясно. Хорошо. Я могу как-то... А, да, я это могу протянуть. Смотри, вот так. Раз. Четенько. Ладно, хорошо. Бастион готов. Построй и скрафти что угодно, что ты хочешь за оставшееся время. Я хочу бластер-турель. Вот так. Ага. Так. И теперь, короче, пиковая баррикада. Давай. Это надо. Это нам однозначно да. Враги идут. Убей всех врагов. Давай, сейчас замочим. То есть тут, короче говоря, ты отражаешь волну, получаешь за это бабосики. И потом отстраиваешься на эти бабосики и отражаешь следующую волну. У нас игр такого плана на канале, по-моему, раньше... Господи, чё ж ты так страшно орёшь-то? Даже и не было. Ну, с чего-то надо начинать. Flawless Victory, теперь ты член банды. Хорошо. Три достижения какие-то. Спасибо за чё-то там. Обращайтесь. Награда, опять какая-то ачивка. Господи, ачивками заваливают, просто забрасывают. Flawless 10%, протектор 5%, наказывателька, каратель, короче, 5%. Ясно, понятно, не знаю, зачем оно мне надо. Хорошо, статистику я посмотрел. А, погоди. Это основное меню, я зачем-то жмакнул. Ну, давай выйдем в основное меню, возможно... сейчас посмотрим, сколько мы сможем продержаться в одиночку в какой-нибудь одиночной миссии.
Тачка крутая была, правда? Мне понравилось. Дали бы на ней еще покататься. Теперь ты второго уровня, возьми сундук полезным снаряжением. Окей, окей, давай, спасибо. Постарайся открыть свои сундуки в меню наград. Давай. Так, 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 так. Open. Ну, базуку! Базуку! Чё, блядь? Слышь, это твое вообще, по-моему, это не мое. Ты можешь одеть это сейчас. Я не хочу эту хрень надевать, ты чё? Редкая Нека Уша, модель Тигр. Арсенал говорит, ну понятно, начиная со всякие эти open кейсы и тому. Вот, вот, совсем другое дело. Ты можешь скрафтить это оружие в каждой игре. То есть, ящики эти будут содержать не только всякие бесполезные, неадекватные неко-уши, но и полезную хрень типа расходников, перки, медикаменты, гранаты, турели, баррикады. Ясно, ясно, хорошо. Мне нравится музыка, которая теперь говорит «иди назад». А мне нравится музыка, которая играет на заднем плане. Определенно. Так, так, посмотри детали насчет твоего нового снаряжения в меню арсенала. Давайте мы посмотрим всю эту, протыкаем обучалку. Крафтинг стоит 1400, да, урон 70. Ну, не знаю. Так, говорит, возвращайся назад. Хорошо, я вернулся. Как ты можешь настроить своего характера? Да, оно мне надо. Ёптартер. Попробуй изменить своего характера и... взять то, что тебе нравится больше. А, то есть я могу за эту бабёху воевать, Изабель? Селект... чего? Да не хочу я этих баб с ушами! Дайте мне нормального этого! Раз за Рэмбо играть буду. Отстань. Много овцей ты можешь использовать характера. Короче, понятно. Здесь одевать, надевать точнее, шляпки всякие эти. Мне это все неинтересно. Мне эти... господи, скины для ножей. Ну, ясно, понятно. Мне гораздо интереснее взять пушку побольше и идти убивать толпы врагов. Плейгейм, поехали. Изи. Это лобби, ты можешь играть с незнакомцами или с друзьями. Да-да-да, спасибо, не первый раз в игру играю. Погоди, канцел, давай приват сделаем для начала. Инвайт никого не будем, кастомайз не будем. Просто играем. Просто играем и все. Посмотрим, сколько я смогу продержаться в одиночку. Как резко потухла музыка и такая звенящая тишина сразу. Давай, все, грузи меня, и да начнется мясо. Так, погоди, еще раз. Б, Б, Б. А, ожидание игроков. Каких игроков? Я приват нажал, алло. Вертушка. Не, ну тачка была круче, чем эта разбитая вертушка. Враги, говорит, идут. Давай, давай, давай. Мне, судя по всему, эту вертушку надо защищать. Вон она, зелененьким мне обозначена. Ага. Ага. Замечательно. Следующий, вон он. Готово, готово, готово. Так, 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 I to buy и B to build. Давай, короче, мы сделаем сразу билд. Это Tesla турель. Здрасте, приехали. Так, Берстур, давай. Бастион, давай. Так, бастион, да. Пыщ, 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 пыщ. Хорошо, замечательно. Ай, не успел. Надо, ну, понятное дело, потом, когда привыкнешь ко всему этому, ты будешь намного быстрее все строить. Вон там враг бежит. Попал! Прямо в репку! Тихо. Турелька, не бойся, я тебя спасу! Да, именно для этого я турели поставил, чтобы... Ни хрена себе, ты стреляешь! Не надо в меня стрелять. Можно я твою пушку заберу? Можно я заберу твою пушку? Нельзя. Нельзя, у него там был калаш. Калаш это хорошо, но забрать мне его не дали. Куда ты бежишь-то? Алло, я тут стою, мужик. Так, 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 погоди, 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 там кто-то ломает мой вертолет, отъехал, сука. Ага, замечательно. Так, 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 буду просто в такт этой музыке говорить. Дай, 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 дай. Прошел крафт, прошел крафт. Я не могу калаш скрафтить, меня это печалит. Так, бету билд меню, давай быстрее, 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 быстрее и раз. Тихо, и раз. Раз, 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 и два. Давай, давай. А, чё давай-то? У меня средств не хватает. Давай, давай. Тыщ, 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 тыщ. Давай, давай, застраиваем. Не успел я ее застроить, тогда дай мне сюда пушку. Ага, замечательно.
Где? 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 Где кто-нибудь? И где враги? Вон враги! Серьезно? Промазал, промазал. Да ладно! Что за снайперка-то такая кривая? Так, он с автоматом был. Ага, хорошо. Хорош Тесла выдала. Замечательно, 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 замечательно. Так, 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 я хочу дальнобойную-то какую-нибудь. Ладно, пофиг, давай я тебя сюда поставлю. Тебя я, наверное, поставлю сюда. Недостаточно средств. Ну да, правильно. Так, ладно, 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 давай тогда бастион. Блин, я поставил турель с самого края, Теслу. Я не смогу ее теперь закрыть бастионом оттуда. Это печально. У меня все, короче, у меня бабло вообще кончилось. Очень грустно, очень грустно, очень грустно. И дайте-ка, наверное, знаете, что сделаю? Я сделаю вот так. Аудио, так. Музыка, вот, да. Я сюда поставлю свою музыку, и она будет звучать покруче, чем вот этот вот тык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Ага. Хорошо, хорошо. Справляемся. Пока все нормально. Это у нас третья волна. Отъехал, отъехал, отъехал. А в турели патроны бесконечные. Чуть не обратил внимания. Где-то мне это было написано, нет? Если да, то... Опа, опа, опа. Это что за вакханалия это происходит? Если да, то надо мне почаще отдавать врагов турелям. Чтобы они крошили врагов, а не я. Давай-ка я скрафчу СМГшку. Давай, 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 давай. Ну, замечательно, прекрасно. Так, бэкпак, крафтинг. Граната есть, мина есть. Давай, 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 давай. Делайся, делайся. Аптечку, аптечку тоже надо, все надо. Так, 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 так. Оно же, я так полагаю, там все равно делается на заднем плане, да? Мне не обязательно смотреть на то, как оно исполняется. Надеюсь, что не обязательно. Давайте, может, с шипами. А, я не могу сделать шипы с шипами. Ну да. Эх, ладно, не могу, так не могу. Зато у меня есть пушка и у меня есть мина. Дайте-ка я мину, наверное, поставлю, 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 поставлю сюда. Ага, хорошо. Тыц-тыц-тыц-тыц. Так, это заряжено, везде все заряжено, везде все прекрасно. Готово. Готово, 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 готово. Так, справа, справа, а не справа, а не справа, а ни хрена не справа, они прямо по курсу. Сбила с толку меня маленько сама эта мини-карта. Посмотрел, что они, красные точки справа на мини-карте написаны, нарисованы. А мини-карта же не поворачивается вместе со мной. Так, замечательно. Не надо, отойди, отойди, отойди от моего вертолета. Мужики, ну серьезно. Чё им эта вертушка сделала? Дайте-ка я, наверное, здесь понаставлю всяких баррикад. Либо просто поставлю этот бёст-турет. Пыщ, пыщ. Да поставь ты, да поставь... А, ну да, поставь ее, конечно. С хрена ли ему ее ставить, если бабло опять закончилось? Ну все, как бы на этом все мои деньги иссякли. Ой, как мало бабла. Очень мало бабла, бабла очень мало. Дайте сюда еще кину, наверное, мину. А где они, как они бегут? Вот как-то примерно через эту щель они и бегут, да? Сюда я уже мину поставить не могу. Поставлю сюда. Хорошо. Так, у меня есть аптечка, но меня пока что даже еще никто ни разу не ударил. И это, по-моему, просто замечательно. Все, я готов, запускайте следующих. Я могу как-то скипнуть? Нет, не могу. Время идет, таймер надо ждать. Ладно, подожду. Ну, ну, 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Сейчас будет мясо. Вчетвером, конечно, да не то чтобы вчетвером, даже вдвоем в эту игру будет играть намного проще. Один слева от вертушки, другой справа от вертушки стоит. И каждый свою сторону держит. Ох, ни хрена себе! Серьезная туша там бежит? Бежала. Ну, не такая эта туша оказалась и серьезная, раз она развалилась за пару патронов. Упс, промазал. Ладно, его и так вырубят. Хорошо. Хорошо. Еще 7 тысяч. Еще 7 тысяч, еще 7 тысяч. Еще 7 тысяч. 7 тысяч еще. Дайте-ка я дострою, наверное, вот эти фортификации. Хотя по всему периметру ее, наверное, делать бесполезно, да?
Я сейчас фигней занимаюсь. Скорее всего, да. Скорее всего, именно так. Лучше вообще взять и сделать недостаточно средств. Сделать стену не из стены, а стену из турели. Так будет, наверное, намного круче. И мин, побольше мин. Вот примерно так. Там было написано, что очередь крафта заполнена, ну да заполнена и ладно. 20 секунд до новой волны. Сюда меня не пускают посмотреть. Такое чисто Тайвер Дефенс, это, ну не Тайвер Дефенс, конечно. Это, по-моему, больше таймкиллер какой-то. Вот реально. Дайте я сюда мину кину. Мало ли, хотя нет. Вот сюда. Да, пускай здесь стоит. Ну давайте, все, запускайте, я готов. Здесь у меня еще патронов до хрена. У меня везде, в принципе, патронов еще до хрена. По поводу патронов мне беспокоиться незачем. Готов. Ага, хорошо. О, бегут, бегут, бегут. Смотри, обрадовались. Я в него попал, он не умер. Вот это, блин, номер. Серьезное какое-то тело. Шахид, сука! Взял меня, бомбанул все укрепление. Вот урод. Да ты смотри, а. Я не попадаю, я не попадаю. Не попадаю я. Тыц-тыц-тыц-тыц. Отъехали, сучки. Давай, давай, замечательно. 12 косарей. Так, я понял, ладно, я понял. Шахидов так просто не возьмешь. Шахиды убиваются очень долго, очень трудно. Очень как-то не очень. Ну-ка, раз, два. И все, на этом средства закончились. Кривовато получилось, я понимаю, ну что поделаешь. Пускай у меня здесь... Тьфу ты, блин, я случайно. Я совершенно случайно ее разобрал. Пускай здесь будет вот так. Не знаю зачем, в этом нет никакого совершенно смысла, но мне нравится, что оно так стоит, поэтому пускай оно так и будет стоять. Мину они, кстати, обошли. Негодяи. А подобрать я назад могу мину, нет? Или могу? Нет, ни хрена я не могу. Нет, не могу. Ясно, понятно. Значит, мины надо расставлять как-то более вдумчиво. Ну, ну, ну. Давай, кто там следующий? Ворона! Хватит мне, сейчас загадят весь вертолет. А нахрена я, кстати, охраняю эти обломки? Он же явно уже никуда больше не полетит. Не знаете? Я тоже не знаю. Ну ладно. Сказали надо, значит надо. Кто я такой, в принципе, чтобы задавать вопросы? Давайте подходим. Ох ты, ни хрена себе, сколько у вас там красивых. По-моему, мне нужна пушка побольше. О, мин сработала. Так, Теслы пашут, прекрасно. Замечательно, смотри, Теслы-то справились. Справились просто как молодчинки мои. Хорошо, вот это хорошо. Надо будет сейчас еще побольше этих Тесел понаставить. О, бегут. Ой, начинается, начинается вот это вот. Отъехал от моей турели, сука. Ух ты, нифига. Нет, 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 сейчас они ее разнесут. Сейчас они ее разнесут вообще. Или нет? Да, разнесут. Смотри, 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 последний удар. Нет, мы спасли. Блин, Теслу одну вырубили. Вот ублюдки, вот ублюдки, вот ублюдки. Вырубили Теслу. Ай-я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 й. Так, дай-ка еще мне сюда. И раз... И два, да, пожалуй, именно вот так вот оно и пускай будет. Здесь одну Теслу снесли, да что за жопошники. Поставлю по диагонали, короче, чтобы она... Хрен я чего куда поставлю. Так, андубилник я не хочу. Ну-ка, покажи мне инвентарь. Ну, здесь я все равно скрафтить пока ничего не могу. Я так понимаю, я смогу что-то скрафтить только в том случае, если... Если я открою чертеж. А чертежи для меня закрыты. Могу пока что даже не мечтать. Ладно, тогда. Дайте мне гранату. 14, 13. Успею, не успею? Да, успею. Время у меня стало уже намного больше на все крафты. Это хорошо. Так, а ну-ка покажи секунду. Бастион. Что тут еще? Здесь, в принципе, нет ничего такого, что я мог бы еще поставить. Ладно, дай все же поставим заградительные сооружения еще. Ага, ага, ага. Ага, и на этом мои бабосы кончились.
Ну, кончились так и кончились. И да, кстати, Н. Я ж так полагаю, это чинить? Да, хорошо. Хорошо. Так, здесь все успели. Нахрен я заборы чиню, надо турели починить. Здесь все почти хорошо. Замечательно. И последний. Нет! Ай! О-о-о! Здравствуй, красавец! Я понял, да, ты очень-очень-очень злой. Хорошо, ясно, понятно. А тогда, пожалуй, начну с дальнобойного орудия. Где ты? Откуда ты идешь? Я тебя пораньше запалить. Вон ты, да? О, да. Бежит хороший мой, спотыкается. А что так громко-то? Так, этот отъехал. Они сзади, они везде. Падла! Давай. Ну, турельки, ну, пожалуйста, пока я его отвлекаю, замочите вы его. Да. Хорош там ломать-то. Я это для тебя, что ли, строил? Слышь, дуралей. Он такой большой, такой зеленый и такой бесполезный. Алло, Халк. Нихера себе бесполезный. Одним взмахом три турели. Да, рядом их ставить нельзя. Мужик. Он сейчас еще раз взмахнет и... Воу, не надо. Умри, говорю. Все, отлично, это говно умерло. Flawless Victory какой-то опять, еще достижение, там целый ящик навалили. Фу, нормально, справились. Ну-ка, я показываю, что у нас там. 150. 87 фрагов, но соревноваться мне тут особо не с кем. Любимая турель, всякие эти любимые показываются. Чем ты больше всего стрелял, ты действительно хочешь, чтобы разрушить свою банду? Нет. Нажми, чтобы продолжать играть. Следующая карта, давайте посмотрим, что за следующая карта. Я думал, тут так-то только одна карта. А оказывается, их много. Да, точно. Смотри, бомбу сейчас какую-то будем защищать. Точнее, не будем. Мы посмотрим, по крайней мере, на эту карту. Нам показывают, что вон 4 точки есть, откуда идут враги на эту бомбу. Вот так, кстати, защищать ее будет намного проще. Здесь проход сверху и проход снизу, да? Да, лежит эта бомба. Здесь одну линию поставить и там одну линию поставить. И все. Если играть, допустим, вчетвером... то двое защищают одну сторону, двое защищают другую сторону, и все на этом. Враги прибывают, хрен с ними, пускай прибывают. Давайте мы следующую карту, я думаю, если и будем смотреть, то будем смотреть уже в следующей серии. Возможно, я в нее поиграю еще в коопе, пока не уверен. Не могу сказать, что я прямо фанат игр такого плана. В общем, что думаете на тему этой игры тоже, дайте знать в комментах, напишите, если прямо вам вот совсем так понравится, то я думаю, мы в ней еще погоняем обязательно. А тут даже вон есть дисклеймер, кстати, висит, что это не качество еще финальной игры, эта версия, она там еще не продается, спасибо за понимание, поддержку и так далее, и так далее. В общем... Если хотите еще увидеть эту игру, дайте мне знать в комментах, но у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.